Гудрыжка. Скамного того же. Че бы отсюда не выпало, я не против. Пойдет. Видел шутку, что не хотели FM? Не знаю, твоя шутка была, по-моему. Только ты про нее можешь шутить. Шампуня объема нет. Ты не моя шутка была? Да конечно, опять забыл. Ну, очевидно, выбор такой у нас с таким раскладом. О, не хватит денег, но это хорошо. Вообще, конечно, могу продать такую и такую левелапнуться. Там хороший край есть. Была бы, я бы осталась. Сюда. Брам-бам-бам-бам-брам-бам-бам. Ой-ой-ой. Это фриз, ребята. Комедийная пьеса Оскар Уайлда. Название комедии представляет собой каламбур. Слово «Эрнест», означающее по-английски «серьезное», созвучно имени Эрнест, которым представляются два героя пьесы. При этом сколько-нибудь серьезными людьми они не являются. Эрнест. Денежку, наверное. Денежку мне... Погнали. Комачица ругается на спойлеры. Маркиз Куинсбери, подозревавший Уайлда в совращении своего сына, хотел сорвать постановку, но драматург вовремя предупредил полицию. Ничего себе, какие страсти. Пьеса была тепло принята зрителями и критикой. Бернард Шоу назвал ее чрезвычайно забавной. Герберт Уэллс — свежий. Уинстон Аден — словесной оперой. Осуждаем, да. Это мы осуждаем. Аланис, да. Слушайте, я включила эту штуку заново, и все нормально работает. Хорошо. Теперь знаю, как это пофиксить. Чуть-чуть подбавьте атаку. Очень скучаю по ЭССу. Смешные, тепленькие. Пришли вчера мне в 11 часов вечера. Неважно, чем ты сидел на марафоне, все помнят, чем ты не сидел. Блин, да. Никто не запомнил кофточку, конечно. Ауф. Что по комиссии? Да нет никакой комиссии. Там типа ты
доставка 350 рублей, а там у них типа весь ассортимент на сайте, и сколько вот он стоит, столько ты и заплатишь. Все. Ну, я пошла искать карты. Ух ты ж. Та комба, которая мне нужна, исключает наг. Ну, в смысле, исключает не наг, а проводника. Да, это вот это. Мне нужен край и мрачноглаз. Нифига себе. Если бы вот эту предложили, я бы взяла треньку, как у него. Можно было бы еще в агем пойти. Но... Нифига. Опа. Нак, в принципе, у меня, конечно, есть деньги, но... Сейчас это... Так, вот все. Все, молчу. Я хотела опять пожаловаться. Я буду жаловаться на скам. Особо и нет ничего. Но за один надо бы взять. Я бы пожрала вот эту карту, конечно. Чинь-чирень-чинь-чинь. Вот это надо брать. Надо брать. Дали? Да ты шо? Чё-то да. Один раз бафаю и кикаю. Ой-ой-ой. Погнали. Еще и блок на месте. Ну, а кем мне не особо нужен? Я от этого откажусь, и мне останется из не свиней, только один мурлок. Даже не пришлось ждать снятия блока, чтобы собрать все и найти. Не зря в шестерку пошли. Мухи нашли. Осталось одну карту найти. Блин, пока не буду, наверное. Потом съем на next.
Хотя, не, ну подожди, я заберу второе. Спасибо, Шактулху. Охмурил. Ну просто мой краш. Тем более клеев надо быть очень большим, чтобы их потом убить. Если еще одного морщина глаз дадут, то как раз эта карта будет еще тоже триггериться. Мне лучше свинку оставить на столе. О. Не самый лучший, но что сможет сделает. За мемасел. А, Твичевский не грузится? Мемасика Каминем читает. Кто за мемасел? Вообще, на самом деле, мне мрачноглаз нужен. Мне, по идее, в свине нет смысла кидать. Надо мурлока кидать. О! Сюда! А, ну ладно. Еще одного. Переливка. Я все вижу. Сдался. Какой же вкусный билд. Где? Если собирается, прям ням-ням. Люблю смотреть на заносы. Ну, брана нет! Считаю, что это не занос. Брана нет. Не золотая дракария. Нет брана вообще. Не занос. Не занос. Нет три, как минимум 3000 статов. Не занос. На таком билде мало статов. Не занос, нет. Еще ход впереди. Да ну, ну что тут уже? 3000 мы точно не наберем. У меня столько денег, а я не могу найти брана. Как так? Как так, а?
Трэш. Ну вот, 2000 хотя бы. На одной карте я перелила. Блин, 500 статов на карте. А ты смелый, что не консинул. Подписчик со стажем. Стажер получается. У нее был план, она его придерживалась. Ты еще не подписан на канал? Сейчас самое время это исправить. Также переходи на Twitch, если хочешь смотреть трансляции онлайн, Telegram, чтобы быть в курсе новостей, и Donation Alerts, чтобы поддержать меня.